Пришла ко мне парочка на индивидуальную консультацию. 5-6 часов конфликтуют друг с другом, живут очень хорошо, секс хороший, общее дело, а что, у нее были партнеры до него, ну и он к ней цепляется с глупыми идеями ревности. Но я попросил, говорю, посчитайте, во сколько вам ваши конфликты обходятся. Каждый час вашего конфликта обходится вам в 250 евро. Знаете, откуда мы эту цифру взяли? Это средний заработок интеллигента за рубежом. Почему праздник какой? Новый год обходится в среднем в 270 тысяч евро в день. Почему в это время человек деградирует, да? А мог бы развиваться и быстрее заработать вот эту сумму.